Так, контейнерная площадка, улица Энгельса, город Алексин. Смотрите, в каком состоянии. Уже горела она. Вчера весь микрорайон здесь задыхался от дыма, потому что горит пластик. Видите, тут полиэтилен, пластик. Вот, посмотрите, какое состояние. Ветки набросаны. Все контейнеры, их тут большие контейнеров, 1, 2, 3, 4, стоят все завалены. Здесь вообще уже сделали МСКНТ как перегрузочную площадку. Привозят сюда вот эти большие контейнеры, и потом приезжает машина, которая перегружает их в себя и забирает. То есть здесь уже как свалка, как полигон уже мусорный. Эти контейнеры тоже все заполнены. Посмотрите состояние. Ограждения нету. Все плиты эти бетонные развалились. Баки сломаны, перевернуты. То есть у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 баков есть. Там какой-то вот бак сломанный стоит. И здесь вот. Давно уже надо было. Вот люди говорят, давно надо было с помойкой с этой разобраться. Но мне кажется, никто с ней тут не победит ее. Ну, в общем, вот такая ситуация у нас печальная в Алексине с вывозом мусора. Тариф увеличили в 4 раза. Для населения. Население протестовало, протестовало, митинги водило. Власть не услышала, потому что никому ничего не нужно здесь. Вот, и взамен мы получили вот такую красоту. Вот, плюс это все еще дымится, и люди еще дышат этим пластиком. Вместо того, чтобы нормально вывозить надлежащим образом. Вот такой бардак здесь на местах происходит.